Так, пацаны, всем ассаламу алейкум. Я в Грузии, я в Тбилиси. Кто смотрит в Тбилиси и так далее, всем гамарджобат. Чамовый тайха Тбилиси ва. Всем гамарджос бичебора ва хат. Да, и сегодня у нас есть, во-первых, собираются пацаны на движуху. Аккуратно, брат. Чё? Ты знаешь, наши братья, они передают, понял? А, натуре? Да. Ассаламу алейкум, бро. Короче, мне вчера пацаны сказали, то, что намечается движуха, они в Барнауле собираются. Это буквально 30 минут езды. Но дорога охуенная. Да, там, дорога, там плюс вайп еще. И там плюс, короче, масса пацанов едет. Через 15 минут мы должны быть в поделке. Короче, сейчас на вы увидите грузинские тачки. Да. Грузинский тюнинг, грубо говоря. Прикинь, ночью, блядь. Бэн, чик-чирик. Это как Алик мне сказал, да езжай по велосипедке, брат, ничего не будет. В итоге мне тип зеркало уебал. Что? Да. Тип мне зеркало уебал и уехал. Я за ним, сука. Я ему говорю, брат, ты что делаешь? Он говорит, брат, ара перера. Брат, похуй, хуй же зеркало. Боковое зеркало уебал. Сильно? Не. Он говорит, брат, ничего нет. Я говорю, ну ладно. Халезе дайки ти брат. Отрубили им хоть я зма им беш. Это четыре. Тут все, брат, слышишь? Раму раме на 30. Едь, брат. Let's go. Ты пошли, аба? Ассалам алейкум. Салам нуру, брат. Ба, походу нормально. Не умоляю. Ты как ее охуенно собрал, брат? Я ее в жизни еще, брат, не видел. Это что? Это XM? А, это X5M. Конечно, пацаны, поздороваемся там. Смотрите, Рамо собрал свою хулиганку. Хорошая. Так, Мурат собрал свою. Нуро Легендович. А, Нуро тоже свою собрал. Ой, они здесь все тачки собрали, ой. Тут аппараты. Блядь, диски. На вылете, на всем. Бля, неплохо, знаешь? Ну вот спойлер хуй его знает. Тебе надо было, не, вот этот надо было снять и вот этот оставить. Это, брат, GT-спойлер, как бы от BMW. Никакой не GDM, ничего. Именно от BMW. Вот так вот должен. А вот этот диффузор мне нравится, знаешь, с полоской ровной. С красной вот этой? Да. А этот диффузор от веса в это. Пацан пишет, Ренат, закрытый свой капот видел. Ну типа колхоз, понял? Как тебе в 10? А? Брат, давай по-братски это как-то по-моему, умоляю. Да это, блядь, страус, блядь, какой-то насрал я его маму. Просто вода, она в керамике. Вот так, ой, блядь, F90 продается? А это не F90. Я только увидел. Брат, на F90 что-то есть? Пойдем посмотрим. А, жабры есть карбоновые? Вот он. А, это КС-овский. Это КС, вот как раз это будем собирать. Вот это вот карбон. Все, что за тебя. Да, вот у меня вот такой. Я его купил за 110 тысяч. Здесь сколько стоит? 110 тысяч? Да. 550. $500? Да. О, здесь 50 тысяч он стоит. Я сурот. Один в один. Прикинь, в два раза дешевле. А вот губа, которая у меня была, которую я разобрал. Рули в наличии. О, брат, лазеры есть на F90? Нет, дороги есть. Все в дороге, все на дороге. И что, ты мне сможешь отправить? Ага, походу, пацаны, намечать. Ебать, машаллах, брат, молодцы. О! Капот, как у меня, но я сейчас скажу. Это плохого качества. Не, у тебя вот этот. У тебя вот этого качества, разделенный. У меня с разделенкой и с весь карбон. Да, весь карбон. Да. Да, цена? Полторы. А, G20? Не, G80. Молодец, тоже хорошо собрал, брат. Брат, диски надо тебе. Диски, брат. Мурику. Диски нужны, брат. Да, но имею в виду. Да, надо что-то такое позакинуть. Жабры, карбон, нету жабры, я бы купил бы сейчас. Когда у вас жабры? Короче, да, поставлю китайский раз на морду. Один никто не поймет. Салон, брат. А что за цены, блядь? $5000? Брат, что у тебя стоит? Да, брат, в аквариуме белый или красный салон, это будет полно, брат.
Не, состояние у меня трава. Представь, брат, в аквариуме красный салон. Эй, то есть на салон белый. Не пойдет, я тебе дам. Нет, брат. Белый либо красный, на ней виднелось бы очень красный хорошо. Красный больше будет привлекать внимание. Не, красный дом будет. Не, белый тоже будет. На черный, белый. Смотря салон, состояние белого. На, да, у меня на той F10 было. На какой? На красный белый. Белый салон. Белый на белом. Надо было Мишке назад кинуть, я же в Грузии, я забываю. Я до сих пор на китайке езжу. За $200 Мишке куплю назад. Вот новый Мишка. Прям именно целый, $1000. Прям именно новый, понял? 23-го... 4S? Да, 23-го года, 46-й недели. Прям новый, понял? Я купил, чтоб держак был бы. Вот смотри, видишь, что мне трек сделал? Я же на треке вечно на ней езжу. Видишь, трек как это сделал. Ой, красивая. 335-я, да? А, 35. Ой, красивая какая, брат. Ой-ой-ой. Она у него на чем? Сделано. Не, я понимаю, это что так свистит? Блоу. У него нулевик стоит? Блоу-офф? Да. Сам, брат, наверное. Ах, это... Хороший. Бодя не на аппаратов. Валик, сам, брат. Стоит, да, такая вот кубляшка маленькая. Я хотел тоже поставить на этот свой. Мне стыдно нахуй с такой грязной машиной ехать. Сейчас я тряпкой возьму салфетки влажным. Дурак, что ли? Да я шучу так. А вот. А это твоя машина, типа этот. Как называется? Лицо компании. Буну мотор, ну буна гой сам на улажах. Здесь у вас. Ебаник сразу. Ебаник упадет сразу или нет? Короче, у меня на F90 что планируется делаться? Сейчас проходится сервис, и она делается стейк 4. Она едет на этот, на драг. Она, ну реально, на лиму. Тебе это надо? Нет. Ну, на мертвую милю смерть идет. А ты говорил 5. Как это вещь называлась? Смертная миля. Брат, ты видел, сколько у меня 102 сидит? Нет. 4,6. На сколько? 4,2. У Сэма 3. Самая свежая у Равшена, да? Да. Хороший. Да, да. Тебе понравился цвет его? Да, дайте я пойду ее помою, мне как стыдно, понял? Жопу помой, быстро она, бля, быстро ебану ее и все. Ты что, забываю то, что в Грузии. Я там, понял, со всеми, когда хожу, я понял? Все, понял, говорю? Да. Не понимаю, да, нихуя? За руль, блядь. Молодец, брат. Ну да, вала, брат. Это Михо? Нет. Да, брат, Михо. Окна не закрыл, а я просто багажник. А я просто багажник помою, я ее не буду всю мыть. Потому что пыль останется жесткая. Давала, давала. Соска. Стой. Поехали. Старшие попросили меня. Не знаю. Солнце светит прямо в глаз. Дальше вы поняли. Так, нужна тряпка. О. А хуй, я с камерой хожу. Самое главное, контент снимается. Да, брат. Аба? Вырезать хочет, даже? Да. Учить. Где Азамат? У машин сильный. А, сильный мастерс. Эле бил, ахырда... Ахырда ёхты чё, брат? Вар, нетер ёхты, эй, вар. Дурна, брат. А, бурда, на бурой гёту, бурда, на бурой гёту, бурда, на бурой гёту. Всё. Аба, включи. Элеш. Не, сорта, дан гёту, мэй, чё. Ага. Всё. Аба? Элеш, бир бахах. А, видео я бах? Угу. Да, не Hansı? Maşını silir ağ maşını. Yo onu silmek olmaz. Ağ maşın şey yaxşıdır. İstəyirsən silim. Onu hə sildən şey o. Ağ maşın pisdir mi? Ona görə yox o maşın silir düşməsin. Belə mi? Hə, всё. Вот так хочешь? Hə. Вот так? Всё. А, bunu mu deyirsən? Gözdə brat, sən bunu deyirsən? Bunu mu deyirsən? Belə mi? Da bloger. Все? Тикток, какой там, да, на мэ? Все, тикток. Че, брат?
А где Е60 М-ки? Вот эту я говорю. Поначалу сунь, чтобы не было бы Е60 М сейчас здесь. Что-то не верится. Они все, я знаю, у вас прикольная мода. Знаешь, Е60 М-ки в моде 3 года назад были, потом на F10 все перепрыгнули. Сейчас, походу, на F90, да? У меня же тоже есть F90. 39-й все просто купили. Я знаю. Не разбил я ее, бычу, шучу. Ты видел, как я собрал? 16-й Pro Max тоже у меня есть. Отвечаю, 16-й. Инвесторы подарили. Вот ты как старший брат, который, ну, не... А где твои E39, не скажи, раз. Оценку? Да? Диски видел? Да. Мы я сейчас инвестора ищу. Себе? Да. Короче, ставишь лям, я не получаю, зато как за***ешься. Согласен, нормальная тема. Ты прикинь, ты скажешь, я Ренатко инвестор. Перед тёлком зад выебался. Он там с Литвиным с тобой был и выебался. А потом ты в сотище. Да, да. Зато скажешь, я ему 16 купил. Человек, который умеет зарабатывать, он должен на всем зарабатывать. Я приехал, чтобы диски здесь продать. Да я шучу, брать диск, как можно продать? Это от него, вот хорошо. Что за такие? А, это крем! Да, я-то думаю. Ты как этот Диги, то что видел? Тусовка у него была. Крем и брем. Че мы этот? Витом, кто у нас здесь этот? Нурик. По родной он? Нуру, по родной ты, правильно понимаю? В 4 выезжаем? Да, сейчас скоро выезжаем. Да, кто хочет, тот приедет, базар нет. Что, брат? Если ты по родной, то получается штрафы, брав, и все на тебе. А я-то причем? За смят. Я, кстати, видео есть. Я говорю, каждый сам за себя. А, да, штрафы. Гражданство есть? Конечно, двойное. Все, красавчик. Я тебя заснял. Тебе пи***, братан. Двойное гражданство. Да я шучу, да. Да я шучу, брат, все четко. Не, нормально. Да не, нормально, брат, нормально. Да, Андрей, конечно, все четко. Если, говорит, Паша взял бы на себя так штрафы-мрафы, так, ты бы автобану в рот отдал бы. Так или нет? Если... Потом еще мне так бы сказать, я покажу. Если бы я... Не, ну, в принципе... Да, могу. Есть китайка, кстати, мишки есть, поставил бы еще, да. Можно было бы ебаться. Да, по-любому. Тап-4, не, и в круг. 5S. Е39 и Е46. У меня все BMW, брат. Да, 2.5. Черного? Нет, в пленке. Потом Е46 купил, потом Е60 купил. Потом, да, потом F10 купил, потом F30 купил, потом CLS черный серый. Я не наебал. Подожди, асы взял. Не, я не наебал. Пожди, он у него губы или что-то забрал? Я не зацепил, он через тебя скажет, ну, Максим, он через тебя не придет. Короче, Максим занимается тем, что он пи***ц, у него руки золотые, он лепит, понял? Все может. Вот он мне капот собрал на Е60. Здесь нормально, братцы. Все правильно, брат, потому что он начальство. Он никогда нельзя... Нельзя, Макс, это не ты. Нельзя никогда хвалить, брат. А, вот это. Все правильно. Если ты будешь хвалить, ты, брат, расслабишься. А. Понял? А так всегда должен хуй. Понял все. Мурик, вы тоже скажете, хуй, мы не пи***. Правильно, брат, хуй. Да, не, ну, М4 охуенная. Ну, я бы ее купил, блядь, для коллекции. Пи***ч, за машина, отвечаю. Надо, блядь, сейчас. На нее. Я знаю, брат. Но она одна из неплохих. Ее подшамать надо, сейчас я завтра займусь ей. Пойду проверю все. Зазоры, мазоры посажу. Я в 90 сейчас в Пятигорске, брат. Ой, в Краснодаре. Но я ее сдал в линию, понял, на ней таксую сейчас. В день, брат, 3000 рублей имею. Конечно. Ага. Он как на ней двигается всегда. Блядь, да ну нахуй. Нора, тихо, будем выдвигаться. На кругу его заберем, не? Бля, ебать, богатый. Я в Грузии, блядь, буду. За всю свою жизнь, может, ну, максимум раз 10 полный бак забрал. А ты помнишь, что нас поймали? Да. Блядь, очень классно было, знаешь? Блядь, ну, ебать, нормальную движуху забудили, на самом деле. Другие люди, братан. Один бизнесмен, другой стример. Кто мог подумать?
Если вот это все рассказать, вот все похождения наши в интернете, нас посадят через завтра же, нахуй. Сходу. Все. Ну не все, меня с ним. Так что лучше ничего не будет. Когда хочешь. Охуеть, что за сходка? Турбин ТВС не дадим, ну так, просто стань. Пожди! Потом будешь на мне работать. У тебя 340? Не видишь? $200 я ставлю на кон. Не, на кон. Ну, я за тебя ставлю 200 баксов. Ребят, тапаем по экрану, тапаем, тапаем, тапаем. Максу. Брат, я такие же шоколадки в Европе хавал. Это с чем-то или нет? Нет. Я думал, с чем-то. Как с чем? С кайфом, брат, думал, что-то. Ну, хотя, ремонт. Ха-ха, да я же чудо. Ну, ладно. В Марнеуле едем. Сейчас, короче, собираемся. Через 10-15 минут приедем на сходку. Посмотрим в Грузии, как шумит. Если брат, а у тебя что за машина? У тебя что за машина? Е92. На 335? Да. На сингл или сток? На сток. Только прошивка? Car 5, down 5, лазер свечи, делать бобины. А ты форсунки, 9506 свечи, Delphi бобины, все знаем, брат. Интеркулер. Вальбро бензонасос. Stage 2 плюс у него. Это все пара. Не, на самом деле, нихуя. Не, я тебе скажу то, что там, ну там есть 500 сил, не больше. Я его на это, я понял. 500, больше нету. Она на Stage 1 пока. 450 ну, у тебя... лошадиных сил до сих пор. Ах, мои, помнишь? Сейчас Downpipe, интеркулер поставим, Stage 2 плюс прошивку, прошивка напишем. Тем более российский прошивка. А кто шьет? Друг мой. Российская, ну, чья? Ну, российская, он драк собирает. Ну, я понял, как его зовут? Амай. Я думал, выиграл бы, брат. Я вспомнил, как я сказал. Какие-то мамы сидят, просто про шубку пишут.